привет! Сегодня я снимаю свой Outfit of the Day. Мы договорились встретиться с девчонками, бьюти-блогерами из Алматы, познакомиться поближе. И у меня сегодня вот такой аутфит, такая вот прическа. Легкий макияж, стрелки, как обычно украшения, которые я одеваю. Длинное платье в пол. Вот такую сумку коричневую. И потом покажу, какая обувь у меня будет уже на выходе. Наконец встретились с девчонками из Алматы, из Павлодара. Все такие классные, все просто на самом деле другие, чем на видео, как бы намного лучше. Все такие позитивные, вообще девчонки очень классные, и я просто в восторге. Мы приехали в торговый центр Ромстор и сидим сейчас в кафе Эмпатия. Меня зовут Настя, мой ник это NST1985. Вот теперь мы знакомы с Женей, будем общаться, дальше приятно было встретиться. Ссылку я оставлю снизу на канал Настин. Еще мы встретились с одной замечательной девушкой, она тоже блогер, и сейчас я ей покажу. Привет, меня зовут Ксения, я не бьюти-блогер на YouTube, но тоже веду свой блог. Ссылку потом Женя оставит внизу. Познакомились с девочкой, мне очень все понравились. Приеду еще раз, наверное, обязательно встретимся, да? Да. Точно? Да. Вот и все. О чем твой блог? О чем мой блог? Обо всем. Он так и называется. Ксения Светлаев. О жизни.